Есть машина, есть земля, есть недвижимость. Раз в год за всю эту роскошь вы должны заплатить государству имущественный налог. И сделать это нужно не позднее 1 декабря. До окончания срока остается чуть меньше недели. Напоминаем налогоплательщикам, что последний крайний срок уплаты имущественных налогов физических лиц – это не позднее 3 декабря. По законодательству этот срок стоит как не позднее 1 декабря, но так как этот срок приходится на субботу, на выходной день, то и переносится, соответственно, на следующий рабочий день, то есть на понедельник, на 3 декабря. Если не заплатили налог до 3 декабря включительно, уже с 4 будут капать пени – 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. А фискальные органы все равно начнут подключать всевозможные рычаги по взысканию. Вначале вам направят требования о своевременной уплате. Не исполните долг – материалы передадут в суд для вынесения судебного приказа. После этих мероприятий по получению этих приказов налоговые органы будут направлять соответствующие документы и материалы работодателям этих должников для взыскания этой суммы задолженности из заработной платы, а также в кредитные организации, у которых имеются расчетные счета, это имеется в виду у должников, для также взыскания соответствующей задолженности с расчетных счетов. Меры по взысканию налоговых долгов будут применяться ко всем должникам. Неважно, начислили вам налог в 1000 рублей или в 10 тысяч. Причем система работает довольно быстро. Высока вероятность из-за налоговых долгов оказаться невыездным за границу уже в предстоящие новогодние каникулы.